большой добродушный зверь – капибара. Это самый крупный из ныне живущих грызунов. Вода – ее убежище и главная стихия. Капибара не способна обитать вдали от водоемов. Водосвинки – социальные животные, и это один из секретов их выживания. Это весьма проворное животное. Сидящий в воде уволень, на суше, демонстрирует отменную резвость, развивая скорость 35 км в час. Они очень говорливы и общаются с помощью звуков, похожих на свист и стрекотание. Стрекочут водосвинки всегда по адресу и со смыслом. Капибара совершенно не опасна для человека и с удовольствием идет с людьми на контакт.